Компания «Промкомплектсервис» изготовила и отгрузила 2 газораспределительных пункта Сокскому карьероуправлению. Их задача – понижение высокого давления газа и учет его потребления предприятием. «Промкомплектсервис» специализируется на работах в сфере газа и теплоснабжения, проектировании, строительстве, монтаже и реконструкции объектов газового хозяйства. Компания имеет собственное производство газорегуляторных пунктов и блочно-модульных котельных. В этом году нашей компании в августе исполняется уже 10 лет. И за эти 10 лет мы сделали, как я считаю, очень много. Из небольшой компании, которая занималась просто продажей оборудования и какими-то метрологическими услугами, мы сейчас стали большим производственно-сбытовым предприятием. В прошлом году компания изготовила более 150 пунктов учета и редуцирования газа, блоков вводных кранов и другого оборудования. В этом году спрос заметно вырос. С начала 2024 года изготовлено уже около 100 единиц продукции для газового хозяйства. Почему вообще заказчики обращаются к нам? За последние 3 года очень сильно совершили прорыв в качестве изготавливаемой продукции. То есть на сегодняшний момент осваиваем технологию лазерной сварки. На все наши изделия мы даем гарантию 3 года. Ставка на высокое качество и клиентский сервис дала возможность развивать производство. Надежность оборудования из комплектующих в основном российских предприятий – главное достоинство продукции. География поставок продукции компании обширна – от Калининграда до Хабаровска и от Петрозаводска до Майкопа. За последнее время 4 пункта учета газа были отгружены в Луганскую Народную Республику, 1 – в Адыгею, 1 – в Волгоградскую область на хлебокомбинат «Волжский». В числе самарских адресов – асфальтобетонный завод в Козелках, садовый центр Веры Глуховой и компания «Стройиндустрия».